На еженедельном совещании с руководством правительства и главами муниципалитетов губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил в течение 6-8 месяцев отремонтировать и привести в надлежащее состояние медицинские учреждения региона. Ориентировочная стоимость ремонтов более 2 миллиардов рублей. В перечень попало около 70 поликлинических и стационарных отделений, 25 травмпунктов, 49 подстанций скорой медицинской помощи и ряд других медучреждений.